Ребята, с вами Сэм, на канале Миссэм, и сегодня мы вам покажем киви-загончик такой, в который я его впускаю иногда. Привет, друзья. Ну что, мисс Саня, давай. Тут Саня сама придумала ему, чтобы было немножко больше места, чтобы клетка ему не так уже поскучила. То он, видите, в этой клеточке, конечно, ему, хотя он маленький у нас, ему там место. Ну, привет, друг. Короче говоря, такие вот коробки Саня соединила и сделала. Тут, видите, ему спа-салон, еда, столовая. Да, тут, короче... Нет. Привет, друг. Куда пошел? Куда? Ну, давай, давай туда. На другую зону. Да, молодец, молодец. Тут из туалетной бумажки такие сделала Саня ему как... Мы только что вернулись со школы. У нас сегодня было сколько Сани? У Сани было 4 урока. Хотите, покажу, как его я расчесываю? Ну, давай. Что он там делает? Подкапывается? Да. Что ли такой звук интересный? Да, картон какой-то. Ой, как интересно, Сани. Он хочет отсюда убежать, мне так кажется, да, Саня? Смотри, как я его вот расчесывать можно. Так вот. Лепешка такая. Хорошо, что арки не было. Давай вот. Беги. Ран. Там. Побежал, побежал. Хочет к себе в домик, наверное. Да, нет, ну давай да. Сейчас не будем. Ну давай не будем, ну давай не будем, не будем. Но он чувствует, видишь, где его дом. Нет. Ну он какой бедный, Саня. Ты представляешь, он но свой ему дом. Ему все хорошо. Хе-хе. Смотри, как бежит. А давай открой, посмотрим. Он туда... Он залезет. Так значит, он не отсюда, оттуда может вылезти. Ну давай, ну немножко, ну посмотрим, как такой эксперимент. Ну не надо, он потом не будет выходить, ну. Так возьмем. Давай, ну не надо. Давай сейчас в чемодан. Не надо в чемодан. У нас еще чемодан не распакован совсем целиком. А он его... там еще начнет подумать, что надо туда или это написать или накакать и будет нам там. Слушай, не хочу. Смотри! Какой красивенький. Папунь. Бежит. Он очень любит наш хомячок эти листья одуванчиков. Он прямо их обожает. Смотри. Иди ко мне. Иди ко мне. Не хочет. Иди ко мне. Но. Сюда хочет. Ну иди сюда. Иди. Нет. Ну давай, давай, ну пусть, Саня, то знаешь, у него день так такой очень неактивный, пусть он немножко активно побегает, пусть, да дай ты ему, пусть он вот так вот там, мы его потом поймаем, ты не беспокойся, мы его поймаем. Давай я вам покажу, как я вчера сделала. Ну? Хочешь покажу? Ну. Надо быстрее действовать. Быстрее действуй. Смотри. Вот так его слаживаешь. Да. И кладешь наверх. Да. И он думает, что он мог. И начинает там спать. Я ему так вчера делала. Очень интересно. Да. Послушай. Этот звук. Если вот сюда вот засунет с камеры, как он смешно. Посмотрим. Может, воздуха не очень хватает там ему, Саня. Хи-хи. Смотри, какой смешной. Покопаем. Держите, смотри. Ну, кстати, если друзья уже так приблизятся к теме нашего ролика, какой смысл этого видео? Короче говоря, если нету много финансов, да, и хотите как-то сделать, чтобы хомяку вашему было комфортно, да, можно совсем такими недорогими способами, совсем красивенько. Конечно, тут Саня еще не очень может
Ну, ну так вот, видите, одна коробочка, вторая, она их соединила. Вот тут положила из домика лестничку такую. И он вообще-то вполне себя комфортно и хорошо чувствует. Только просто он у нас забыл уже, как надо в круге, да? В колесе. В этом колесе бежать. Вот это немножко, конечно, вот, плохо. Смотри. А колесо у нас вот здесь было, если видите, вот тут вот было приспособлено. Но оно у нас поломалось, а вот давай это очень сейчас, большое. Давай кое-что сейчас сделаем. Ну? Изменим. Ну, Саня... Я ее почищу. А через это время, смотри, что я хочу сделать. Могу показать? Я сниму вот это, сниму второй этаж. И, ну, просто на 2-3 минуты положу его в клетку, и, может, он пойдет кататься в колесе. Посмотрим просто. Ну, давай? Ну. Давай! Я ее вычищу. Смотри. Вынимаем вот эту трубу. Смотри. Твой запах! Твой запах. Смотри, он сейчас туда полезет, наверное. Знаешь, кто он такой? Он трубочист. Какой-какой? Где трубы чистят? Мама! Брось. О, Саня. Жалко, что вы не можете чувствовать, какой теперь запах мы чувствуем с мисс Сани. Жаль. Ну, это теперь все эти говняшки полетят туда, вниз, Сани. Ну и что? Ничего. Говняшки. Ну, давай. Мама уже нос закрывает. Ну-ка, 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 молодец. Хомяка, это его вот домик. Сейчас вот мы берем колесико, и вот так крепим на... Ну не рой! Вот, мы крепим его. Может быть... Сейчас вот это вынимем чуть-чуть. Хорошо? И это сюда. И вот. И вот. Покажу сейчас. И вот это. Нет. Но эта дырка, Саня, она отсюда всегда будет вылезать. Нет, так я сейчас ему все сделаю. Все мы сделаем. Все под контролем. Я сейчас стратегию думаю. Вот. Это может быть вот так, например. Да? Угу. Смотри. А еще есть труба? Да. Ну давай, потому смотри, что там очень ему вот нелегко. Вот. Потом он вот упадет. Вот так. Угу. Крепится или не очень? Нет, очень сложно. Силок надо. Молодец. Скрепила. Сейчас это сюда. И это вот сюда. Давай я тебе помогу. Хочешь? Ну, было бы хорошо. Подержи камеру красивенько. Давай. Я оператор! Вот мама. Привет, друзья. Вот соединишь? Да. Получится? Конечно. Ну, вот. Все. Вот. Вот. Ага. Сейчас. Хомяк, все. Хомяк. Хомяк нашел выход. Хомяк? Вот так. Хомяк. Кушать ему только положи тут. О, Саня, упало все. Нет. Ой, не упало. Бедненький он. Смотри. Смотри сейчас, что будет. Я уже смотрю, он полез, но ему очень, знаешь как, Саня, нелегко дается туда залезать. Ну смотри, он залезет. Вот, смотри. Закроем.
А давай так оставим. Смотри, и тут закроется. И все закроется. Домик только надо вот там поставить. Ну, вот этот. Да. Там вот. Этот уголочек и кушать, чтобы кушать, было, да, ему? Вот не, вот там как бы... Да, да. Так там смотри, сколько места. Вот так и ставь. А вот в тот уголочек... Ну, он, видишь, в опилках любит. Вот здесь может спать, а там этот домик еще ему поставь. Я так думаю, нет? Нет, не надо. Мам, не ставь сейчас, может быть. Вот пусть он в колесо залезет. Может залезть. Давай закроем. Ну, о, давай. Смотри, колесо, колесо. А может так оставим чуть-чуть, чтобы? Можем оставить, может ему. Видишь, как-то он привык оттуда. А нет у тебя какой-нибудь вот тут подножечки, чтобы он мог легче залезать? Видишь, ему никак это? Не выходит, бедный. Это? Давай я ему помогу. Вот так. Ой, прости. Например. Так нехорошо. Сейчас он куда-то, смотри, идет себе. Давай не будем ему пока мешать. Смотри. Сейчас изучает все. Да, да, да. Привыкает к новой, к новому интерьеру своего колесо. Домика. Привет, привет. Хе-хе. Так оставим так? Ну попробуем, давай, Саня, тогда. Смотри, он смотрит. Все. Давай покажем, сколько их, что будет делать. Ну, у него тут грязный остаток. Видишь, в опилках любит спать, да. Почему-то. Да-да-да. Вот такой вот домик, знаете, что я хочу сказать. Он его больше кушает, чем он в нем что-то делает, в этом домике. Спать пошел, да? Да. Молодец. Давай. Спят усталые игрушки, книжки спят. Тара-ри-ра-ра. Одеяло и... Ну, а все, спокойной ночи тогда, Сань. Да, не будем ему мешать тогда. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока! Пока-пока!